Николай, пошел, демон тебя. Ах, метка, нюх потерял. Что только не услышишь в последнее время в нашей чехане. Слушаешь, иди удаешься. Неужто все это исправно? Оказывается, к жене соседа, который уже год прилетает инопланетянин. И она каждую ночь улетает с ним на его планету. Да еще на летающий тариф. Сам сосед, естественно, об этом ничего не знает. Но зато соседи. Это что? Говорят, в соседней деревне 80-летняя старушка двойню родила. Надо ж, столько лет не рожала. Вот тебе на. Сразу двое. А все от того, что приняла несколько сеансов Кашпировского. Уму непостижимо. На расстоянии, да еще по телевизору. Вот это я считаю перестройкой. Но дело не в этом. Сегодня я хочу рассказать вам историю, которую я услышал из уст героя. Он сам прошел все лабиринты ее хитрых сплетений. И клянется здоровьем своей тёще, что все это истинная правда. А началось все с того, что в одно прекрасное утро он, его жена и закадычный друг переехали на постоянное место жительства в только что купленную квартиру в городе. Наш герой не подозревал, что ожидает его там. Он, следуя зову времени, ломая понимающие старые стереотипы, устремился в город, дабы заняться частным предпринимательством. Вот это я считаю перестройкой. Процесс начался, и назад дороги нет. Только малыми шагами вперед. Вот это я считаю правильное решение. А вот гроза и ужас города. Городская подпольная банда «Встанька» имеет огромную сферу влияния. Многочисленную сеть агентов по всему миру. Перед вами костяк, так сказать, ядро банды. А главенствует здесь деспотичная и коварная Фармон Биби. Благодаря именно ей, ее кулакам и характеру, банда смогла пережить многие кризисные состояния, благополучно дойти до наших дней. К ним и предстояло попасть нашему герою по велению Рока. Тут уж ничего не поделать. Вода. Муха.
Посадили спать здесь или наблюдать? Какое мое черное лицо? Я видеть не могу на этих людей походу. Это же страшный разговор. Не можешь. Однажды я видел у него черное лицо. Я сама. Стой, стой, куда ты? Куда собрался? Давай. Ай, ладно, открывай. Давай. Давай, арбуз будем кушать. Это уже 25 арбуз. Пиши, сосед, два арбуза. Пиши. Давай. Вам закрыли 12-15. Правильно? Давай. Мне тоже, мам, боям, ты то, сколько? Подожди. Давай. Убери машину! Какой собака? Это олень! Не олень, это собака. Олень! Убери! Убери меня-то! Давай! Блин! Стоять! Убери машину! Иди назад давай! Убери! Собаку убери, кусай, Саня! Убери! Черная жена! Она и... Thank you.
так? Первый шаг сделан. И граница между старым и новым мышлением разбита. Необратимый процесс истории, о которой я хочу рассказать сегодня, уже начался. Ах, Метка, решил со мной потягаться. Давай, давай, нюх потерял. Тогда начнем все сначала. И... бизнесом. Ну что ж, Ахметка, со мной тягаться. Тогда получай директиву. Постановление. В связи с обострившейся обстановкой, угрожающей суверенитету банды, постановляю объявить Ахметку и его пузатого друга вне закона, применение по отношению к ним статью фикс, пункта фикс настоящего закона банды. Шантаж, саботаж, клевета, срамота, приговор обжалованию не подлежит. Характеристика на членов подпольной банды Чика Пука Харя. С 1970 года состоят в группе захвата банды. Отличительной чертой проводимой ими операции является молниеносность, особая продуманность и бесследность. Объект обнаружен. Действуйте по инструкции. Не дышит. Не дышит. Что да? Не дышит, да? Турма хоть что ли? Все. Смотри. Дышит. Хороший. Родной. Вставай, дорогой.
Гера, вперед! Вперед! Характеристика на члена городской подпольной банды Мегеру. В банде с 1984 года. В совершенстве владеет английским, французским и прочими языками мира. Судимости не имеет, представлена к награде за лучшую пакость года. Характеристика на члена городской подпольной банды Мусю. В банде состоит с 1964 года. Характер холерический. В совершенстве владеет всеми приемами рукопашного боя. Трижды судим. В уголовном мире прозвана как Маманя. И пользуется особой репутацией среди различных ее кланов. Woo!
Нет, спасибо, нет, не хочу. Понятно. Продолжать преследование. Продолжайте. Подожди. Вот у меня вот этот такой... Когда я... Ничего, чепуха. У меня такой прыгник, который я хотел показать. Моя девушка. Понял, да? Держи. Вот. Когда я его ловишь, довезли. Вот другой, разные станции. Например, вот я же недавно слышал вот такой станции, когда там такая... Зеркало, да? У него не глаз, не глаз. Вот. И когда я... Что ты хочешь? Еще раз полезешь, я тебе как... Пусть так, пошли. А, он такой у нас. Он все время веселый, но... Вот я тогда говорю. А мой монтажничий высокий. А с Японии я принес вот такой большой экран и карате. Карате! Что? А-а-а! Хорошо.
Не два, один. О, плиз. Пожалуйста. Ходят всякие тут. Да, да, да. Он одет в арабскую форму. С повязкой. О, очки. Мегера. Мегера в короткой юбке. Высокая. Короткая стрижка. О. Стрижка. Молодец, Мегера. Кап, кам поймал. Молодец. Высокая, высокая. Сообщите жене. Ну, теперь он вниз. Вперед. Ну, что же мне делать? Срочно сообщай жене. Попробуйте. Нет, 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 да, зуб. Куши, куши, куши. А ну-ка. Не, куши, куши. Ну, как хотите. Уже зубы не болят? Нет, нет. Хорошо. О, смотри, что там? Где? Вон там. Где? Вон. Ой. А, муха бы улетела. Куши, куши. Посмотри, что здесь? Что? Что у меня там? Вон там. Чего? 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 Здравствуйте. Не, не надо. Купите. Все, все. Все, все. Все нормально. Выходи, купим. Все, посмотри. Ну вот. Все, импорт. Помада. Гумнушка. Все, не, 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 не надо. Чего надо? Можно? Все нормально. Бери, бери, бери. Бери, бери, бери. Купи. Бери, 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 хороший, бери, 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 бери. Это не все дешево, дешево. Импорт, девушка, ну все же импорт. Возьми, возьми. Нет, где же все, все, и хорошо. Цвет не нравится, да? Цвет, цвет, нормально. Бери, бери, бери. Это не дешево, дешево, ну дешево же совсем. Импорт, девушка, все женские, бери, бери. Слушай, я тебе лучше достану, уходи отсюда. Кушайте мороженое, будете довольны. Кушайте, 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 кушайте. Да-да. Ма, ма. Молокосос. Иди сюда. Взял. Жена. Ну, молодец, араб! Максават, а, в чем дело? Наконец-то начал. Вот здесь, все нормально. Где? Давай, давай, давай. Салага! Сейчас я его вырублю, смотри. Сейчас я тебе покажу. Ах ты несчастный, смотри, смотри. Женщина, женщина. Что хочешь, женщина? Мужик, слушай, деньги, деньги мне дай, понял? Жене не давай. Да, мне дай деньги. Все нормально, все, все, подожди, женщина, подожди. Смотри, ну давай, давай. Ну все, давай, все, молодец, отруби. Хорошо, все, давай. Давай, давай. Ближе, ближе.
А маленький где? Маленький, а? Слушай, друг, не надо так, зачем? Где маленький? Он большой такой, я маленький. Thank you.
ногу отпусти! Дармагеды! Сколько раз говорила, вперед! Гера, ну, ох, как метко держишься! بيدنا بشونا ها انا الله اكبر روحي صفيت Спасибо. Спасибо. Давай, хоп. Давай. Пойдем. Обмой. Бери сумку. Ну ничего, Ахметка, мы еще посмотрим, кто кого. Характеристика на члена городской подпольной банды «Рэмбо». В банде состоит с 1970 года. Великий шантажист и баламут. Это о нем сказала как-то главарь шайки. Дайте мне десяток таких людей, и я переверну мир. Трижды судим товарищеским судом. Да,
смотри. Дай тебе одному. Что у него? Что, болеет? Нормально, да? Характеристика на секретного агента городской подпольной банды Ваньку. В банде состоит с 1985 года. В делах банды применяется в крайних случаях. Салам алейкум. Да, целый мешок ботинки. Что? Целый мешок ботинки, говорю. Давай. Черные ботинки. Ты! Что? Ты! Ты убежал! Да, ты! Не. Ты! Ты! Пойдет.
не забудь, хоп! Иду, иду. Видите, как постучу сейчас. Подожди. И че? Сейчас мне такое расскажу. Короче, идешь по дороге. Человек. Хороший, но жена твоя, ох, какая же она все-таки. Ну, да. Ну вот, все подстрелить, все вот так, вот так. Ой, да, ну, да. В общем, сам знаешь. Знаешь, что она делала? Глаза нарастила вот так, губы нам уливала, на край волосы отрезала. Ты знаешь, сели в машину сели и поехали. Да, еще так вышло, кривляется, каким-то пиздатым ходит, вот так вот.
Ага. Ну, ну, всем, 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 всем. Клиентик клюнул, готовность номер один. Эх, наконец-то! Есть. Готовы. Это тебе, Ахметка. Банзай! Обед последовал в двери. А, прием. Ой, ой! Трави, сиди, кузнечик, трави, сиди, кузнечик.
бедненький, он был зеленый. В траве сидел, чуть-чуть. В Акрополе. Траве сидел. Что такое? Смотри. Огонь! Ой! У меня совсем дырка осталась. Дырка осталась. Сухой хлеб есть? Какой сухой хлеб? Что ты хочешь? Что хочешь, мой хлеб? Удушил меня, удушил, бил, 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 бил меня сюда, он, вот он, Ахметка, бил меня, удушил, чуть не убил, не убил. Ну, подойди, связь, вот там! Давай, бери одного этого! Сейчас мы покажем тебя! Wir zogen an von unseren Sagen an Stalingrad und ich bleibe allein. Ich bin vorwärts, vorwärts nach Wiegen Arbeit, nicht zu den Fahren, sag ich nein. Aber die Reihen und Eben, sag ich Ihnen, ich bleibe in Auffahren, als Sie es mögen und trotzdem nicht machen, Sie es zu sagen. Einfach schnell, vorwärts, vorwärts, schnell, schnell. Thank you.
Unsere geschwärzten Feind, schnell! Schnell auf! Vorwärts! Schnitt, aber noch ein! Поздравляю вас! Молодцы! Орлы! Я не ожидала такой роскоши! Молодцы! Эх, особенно ты! Похвахин зы, ирихибен айн, герзергрузен, яволь! Очень хорошо! Очень! А ты красавица! Все, молодец! Ну что? Толстенький швайный рай, доигрался? Вот так с вами со всеми будет. Понял? Это еще начало. Thank you.
Thank you.